Проект «История. Люди. Память» представляет. Хранители руин. Это можно было бы назвать субботником. Но это не субботник. Нет ни лозунгов, ни агиток, ни комсостава с бантами на груди. Трудом по принуждению тоже не получается назвать. Уж слишком бодрые и веселые участники действа. Да и дети с кошками и собаками вносят жизнеутверждающий колорит в происходящее, что никак не соответствует картине подневольного труда. Может, они того? Не совсем душевно здоровы? Ну, в общем, если учесть, где все это происходит, отчасти да. А происходит это в комплексе бывшей немецкой психиатрической клиники «Алленберг». Впрочем, не будем гадать. Спросим у того, кто все это веселое мероприятие устроил. Знакомьтесь, Василий Плитин, организатор, руководитель, вдохновитель волонтерского движения «Хранители руин». Мы сейчас, значит, третий сезон, то есть третий год мы существуем. Вот, движение только набирает обороты. Сегодня, кстати, юбилейный 70-й выезд у нас за три года. То есть 70 мероприятий мы уже полноценных провели. Вот, порядка 40 объектов мы уже объехали. То есть на какие-то были неоднократно. То есть, допустим, как же здесь в Алленберге, потенциально здесь нужен не один субботник, а много. Вот, так как мы больше и поработать, и для души, то есть, соответственно, мы тут не убиваемся там, до потери пульса. Вот, совмещаем приятное с полезным, поэтому на некоторые объекты выезжаем по несколько раз. Я думаю, что вообще идея волонтерской деятельностью заняться впервые пришел где-нибудь в Средневековье. Вся эта идея не новая, но в таком формате это, ну, моя идея. То есть я изначально один как бы запустил, потом постепенно начал популяризировать идею вот такую в соцсетях, вот по всем разным каналам, среди друзей, постепенно как бы нашлись единомышленники, с которыми вместе уже продолжаем работать. Тема приведения в порядок руин, то есть чем мы занимаемся, да, вот идея эстетики руин, то что руины могут быть самостоятельными, самодостаточными объектами для лицезрения, для какого-то осмотра. В Европе не нова. То есть там с времен 17-18 века в Англии, там, в Германии там, постепенно зарождался интерес к подобным объектам. Вот, а в эпоху романтизма уже полномасштабно художники, писатели, творческие люди, они как бы заинтересовались руинами. Архитектура мать развалин, завидующая облакам, чей пасмурный качан разварен, по чьим лугам гуляет то бомбардировщик, то более неуязвим, для взгляда в соглядатай общих дел Серафим, сказал как-то Иосиф Бродский. Да, одушевление руин в Европе возникло в середине 18 века на волне романтизма. Если говорить о живописи, Маньяско, Пиранези, Тёрнер, Робер в полной мере отразили его на своих полотнах. В немецкой культуре даже возник термин «Ruinenlust» – «вожделение к руинам». Для зрителей руины были лишь объектом созерцания, мистического одушевления и туманных грез, где эпоха Древнего Рима перекликалась с временами античных героев Эллады, где среди колонн Баальбека можно было повстречать кого-нибудь из библейских пророков, где человек соседствовал со стихией, иногда ей противостоял. В нашем случае все не так. У нас на развалинах тоже можно повстречать персонажей поэм о Нибелунгах или адептов союза белых и алых роз, но все же чаще здесь можно увидеть материальные свидетельства человеческого равнодушия, невежества и преступной халатности. Мусор, разруха и запустение – это их рук дело. Как правило, мы работаем на руинированных кирхах, их у нас очень много, они очень красивые, и замках. Вот, это все передано в, собственно, СТРПЦ. Соответственно, мы выходим на тот или иной приход, либо на епархию, ну, добиваемся согласования на работы. Соответственно, перед мероприятием обязательно тоже согласуем работы. Сейчас плотно работаем со службой охраны памятников. Если есть возможность поучаствовать муниципалитету в работах, ну, мы тоже осведомляемся. Если возможность помочь, то, соответственно, с определенным районом тоже поддерживаем связь. Мы в целом занимаемся, ну, приведением такой косметической, ну, косметической уборкой. То есть вырубкой подлеска, собираем мусор, потому что, ну,
Общеизвестно, что объекты забытые, разрушенные, превращенные в руины, замки, кирхи, усадьбы, вот комплекс, в котором мы сегодня находимся, это превращено все в последние годы в помойку. Наша задача больше не сама консервация, потому что мы все-таки волонтеры, мы не профессионалы в этой деятельности, но у нас много энергии, у нас запал, мы горим идеей делать добро и нести созидательное начало в наш регион, в наше общество, в наших людей. И это даст как раз толчок, заложит основания, послужит фундаментом для последующих работ, в том числе и консервационных. Конечно, не менее важным, кроме самой идеи, является то, кем она реализуется. Кто эти подвижники? Чем мотивированы? Почему в свой выходной они здесь, а не где-нибудь в более комфортной среде? Люди абсолютно разные, то есть от мала до велика, от водителя до руководителя представительства Калининградской области в Москве, вон там Денис ходит, вот, то есть люди, которые осознают себя гражданами своей страны, патриотами своего, в хорошем понимании, в нормальном понимании слова, своего региона, вот, людьми, ценящими культуру, красоту и наследие. Я сам родился в Бородинском районе, вот, в поселке Партизанское. Вот. Ну, соответственно, я учился в Калининграде. Мой отец родился здесь, мой сын сейчас родился здесь. То есть мой сын тоже третье поколение калининградцев. То есть у нас интересная, опять же, идея именно построения движения, идейной стороны. Что все объекты, за которыми мы ухаживаем, это не немецкие кирхи, не какие-то там и прочее. То есть это уже наше русское. То есть вот этот Алленберг, вот эта вот клиника заброшенная, это уже моя. Вот вам и ответ на вопрос, почему они здесь. Потому что это их земля. Они себя здесь чувствуют хозяевами. Они чувствуют ответственность за то, что на этой земле происходит. Они то самое новое гражданское общество, появление которого мы все так долго ждали. Когда те, кто наверху, несут ответ перед теми, кто внизу. Потому что внизу у государственного здания всегда фундамент, а не крыша или фасад. Если он крепок, фундамент, здание хорошо стоит. Удачи вам, хранители, хороших суббот и воскресений. Проект «История, люди, память» при поддержке Фонда президентских грантов.